Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Друзья, всем привет. Я хочу показать, как буду распикировывать перцы. Перцы у меня магазинные. Налечо брала, длинный, сладкий и крупный, толстостенный. Вот такой вот перчик. Хорошо выглядит. Но я вам покажу, как я пикирую. У меня такой способ, мне понравился. В стройматериалах продается вот такой вот материал. Он 2 миллиметра. Рулон стоит около порядка 200 рублей. И его хватает. Но я уже третий год пользуюсь. У меня еще его предостаточно. Нарезаю вот такими квадратами. Ширина 16 сантиметров. И в длину 20 сантиметров. Что я делаю дальше? Нарезаю предварительно скотч кусочками. Вот такими вот. Что делаем? Это экономично. Земля уходит в этот стаканчик меньше, чем в обычные какие-то стаканы. И стоят, очень мало места занимают. То есть они вплотную стоят друг дружку, не мешают и очень удобно. Что я делаю? Вот квадратик. Я беру, складываю вот таким методом. Сверху прилепляю к краю верхнего скотча. Закрепила, перевернула и насыпаю сюда землю. Получается у меня скотч, который закрепила внизу. Так вот наполняю я этот стаканчик. Сразу заготовила стаканов 10. И вот так вот закрепляем. Так, 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 так. Кусочком скотча. Все, стакан готов. Стакан готов. Вот такой вот стаканчик удобный. Делаю углубление и высаживаю сюда свой перчик. Вот. Высаживаю перец. Да, помогаю маленько. Все. Во-первых, материал этот дышащий. Удобно и поливать. Корни там очень хорошо себя чувствуют. И на подоконнике им здесь, если даже холодно, им этот укрывной материал, ну, тепло дает, или как сказать. Корням здесь очень-очень хорошо. Сравнивала простые обычные стаканы из-под сметаны и вот эти стаканы. Корни вот в этих стаканах развиваются намного лучше, чем в обычных каких-то стаканах. Ничего здесь не расклеивается. Вот. Все отлично. Вот, накрутил ведро или что-то. Есть. Перчики готовы.